Какая же это черная смерть? Он ведь повел овцу. Это овца из дома больного, и черная смерть гнездится в ее шерсти. Я пришел к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших, невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, черной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Может быть, они уже прилипли ко мне? Тебе наверняка. Почему? Да потому, что ты боишься, а болезнь ищет трусливых. Да будет его место в раю. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается, от одного страха заболеет и умрет. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите. Заходите. Пусть каждый приведет сюда двух своих лучших учеников. Если кого-нибудь из нас во время затмения солнца поразит черная смерть, то ученики продолжат наблюдение, и труд наш не пропадет. Это верно. Друзья, друзья мои, сегодня счастливый день для нас. Знаете, кто к нам пришел? Сам Ибн Сина. Здравствуйте. Здравствуйте. Неужели это знаменитый врач Ибн Сина из Бухары? Да, это он. Абу Али Ибн Сина. Это большая честь. Ибн Сина поможет нам избавиться от черной смерти. Едва вы появились в нашем городе, как вся земля вокруг покрылась ковром из благоуханных цветов. Горы оделись в наряд из греческого аксамита и обнажили головы, сбросив свои горностаевые шапки. А что же остается делать нам, с любовью и завистью взирающим на ваши сверкающие, как перламутр, совершенства, как не восхвалять вас до конца дней своих? Постойте, постойте. Я переведу вам его слова, Ибн Сина. Просто все мы очень рады видеть вас на земле Хорезма. Проходите. Прошу. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого, прежде всего, необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное – не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Вы говорите, нужно закрыть мечети и отменить молитвы? Если мы это сделаем, фанатики разорвут нас. Да, а тут еще солнечное затмение. Народ обезумеет от страха. Затмение? Когда оно будет? В пятницу. После полудня. Это затмение не вовремя. Совсем не вовремя. Может быть. А впрочем... Нет. Как раз вовремя. Значит, в пятницу? Да. Очень вовремя. Мне кажется, что затмение поможет нам победить черную смерть. Нужно за 2 часа до затмения объявить народу наше наставление, что надо делать. Лебежки! Горячие лебежки! Кумыс, холодный кумыс! Люди! Не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар, пусть торговцы разносят.
разносят свои товары по домам. Как говорит великий лекарь Ибн Сина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Сидите дома, веселитесь. Черная смерть убегает от музыки и веселья. Люди, слушайте! От одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть! Так сказал великий Ибн Сина! Расходитесь, правоверные! Расходитесь! Прочь отсюда! Замолчись, собака! Не верьте ему, люди! Он поносит священную мечеть! Наше спасение в мечети! Ибн Сина – вероотступник! Аллах покарает вас! Богохульник Ибн Сина отвращает мусульман от мечети! Нужно убить еретика! Нет! Оскорбивший священную мечеть, пусть Ибн Сина выйдет к нам! Мудрейший Ибн Сина, слышите? Вам нужно сейчас же спрятаться. Не думаю, что это будет разумно. Но учитель... Подожди, я сейчас выйду к ним. Дорогой Ибн Сина, выйти сейчас... Это безумие. Скажите, вы уверены, что затмение начнется ровно в 2 часа? Не сомневаюсь. Ровно в 2 часа. Прекрасно, мой друг. Это очень кстати. Затмение поможет нам изгнать из Гурганджа черную смерть. Из-за таких нечестивцев Аллах послал на нас черную смерть. Хватайте его! Подстрекая людей к убийству, вы совершаете большой грех. Послушайте, люди! Правоверные, я такой же мусульманин, как и вы. Я верю в Аллаха и в науку. Наука служит человеку, и она поможет нам победить черную смерть. Наука никогда не лжет. Обманщик! Мы не верим тебе! Не верим! Ну что ж, сейчас поверите. Я докажу это. Смотрите на эти часы, когда весь песок окажется внизу. В ту же секунду... Начнется полное затмение солнца. Так предсказывает наука, и так оно и будет. А если не будет затмения, что тогда? Мусульмане, если мой друг Ибн Сина ошибся, я отвечу вместе с ним. Еретик! Люди! Убейте его! Солнце закрывается! Люди! Бегите! Спасайтесь! Грубые! Вы живы?